Лучший подарок тот, что сделан своими руками. В студии «Флорис» этому принципу не изменяют год от года. В преддверии 8 марта во Дворце детского и юношеского творчества организуют тематическую выставку сувениров. Начинают ребята с открыток ручной работы, где обязательно используют сухие цветы. Маме всегда приятно получать от меня какие-то подарки, сделанные своими руками. Весной, как известно, с юга прилетают птицы, поэтому для выставки сделали много различных декоративных клеток из декупажа. Но особенность их в том, что все они без дверей, а некоторые даже превратились в беседки. Моя композиция называется «Беседка у моря». Она сделана в морском стиле. Так как я очень люблю миниатюру, я сделала беседку. В ней стол с стаканом апельсинового сока. Любимые направления работы в студии «Флорис» – всевозможные композиции для комнатного интерьера, домики и кукольная миниатюра. Посмотрите, какие чудесные вещи у них получились. Маленькие скамеечки, книжки, столики. Вообще наша любимая тема. Мы очень любим кукольную миниатюру. И как раз такие беседки у нас здесь здорово получились. Тоже наша любимая весенняя тема. Сад в бутылке он называется. Мы сажаем нежные растения, которые любят высокую влажность воздуха, и декорируем ярким цветным песочком. Ну и, наконец, настоящие живые растения. Срезка. Должна же она быть тоже. Вот у нас просыпается уже ива, верба, наш местный хлорофитум и немножко цветочков из фоамирана, которые украшают эту композицию. Как украсить выгонку? То есть растения, которые цветут раньше времени, вот тюльпаны, они еще немножко не расцвели, и снег на улице лежит. Мы просто купили их в магазине, но мы их подаем так, как это нужно в интерьере. Смотрите, можно придумать, скрутить из березы какие-то веночки, положить здесь сизаль. Весной вода должна течь, ручьи, сосульки капают, снег тает, и мы вот этот звук текущей воды используем тоже на нашей выставке. У нас получается красивый фонтан, фонтан-дождик, который мы сделали тоже своими руками. Еще один из вариантов отличного подарка, который сделать просто и быстро – сад в чашке. Цветы не увянут, как букет, и при минимальном уходе будут радовать долгое время. Для начала нужно насыпать землю, как бы сделать основу для этих двух растений. Засыпаем дно. После этого нужно вынуть основание с корнем и посадить его внутрь чашки. Делаю основание для главного элемента, то есть это будет плитка. В каждой работе должна быть своя неповторимая деталь. В этой, например, декор в виде стула из проволоки. Только в таком случае получится работа, которой точно нет ни у кого. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.